Я приветствую вас, друзья. Сегодня мы с вами приготовим ленивые голубцы. Капусту до мягкости отвариваем и сливаем через сито. Остывшую отварную капусту рубим ножом. Сегодня наши ленивые голубцы не совсем обычные, они будут с перловкой. Перловку полстакана я отварила обычным способом и промыла холодной водой. Сюда же я добавляю полкило свиного фарша, который прокрутила вместе с одной луковицей. Три куриных яйца. Осталось добавить соль и специи. Только хмели, сунели, черный перец и соль. И все хорошо перемешаем. Убираем фарш в холодильник и займемся соусом. Соус приготовим сметаной. Для этого растопите 50 грамм сливочного масла. Добавьте сюда 2 столовые ложки муки. И при непрерывном помешивании обжарьте муку на масле. Получилась у нас белая жировая мучная пассеровка. Добавляем сюда теплое молоко. И хорошенечко все перемешиваем, чтобы не осталось ни одного комочка. Пассерованная мука очень хорошо расходится в жидкостях без комков. Затем в густую массу добавляем сметану. И опять же все тщательно размешиваем. В соус я добавлю молотый сушеный чеснок, можно добавить зубчик свежего. И соль по вкусу. Регулировать густоту соуса можно самостоятельно, добавляя нужное количество молока или бульона. Соус готов, пробуем и убираем его с плиты. Противень для запекания смазываем растительным маслом и влажными руками формируем крупные тефтельки, будущие наши ленивые голубцы. Укладываем их рядом друг с другом. У меня получилось 15 ленивых голубцов, хватит на всех. Соус остыл, его можно для гладкости взбить венчиком. Выкладываем на голубцы и отправляем в духовку. Через 30 минут будет готова вкуснятина. Я уверена, что этот рецепт станет вашим любимым. Эти ленивые голубцы с перловкой в сметанном соусе бешамель великолепны. Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием, дорогие подписчики. Вкуснее голубцов я не пробовала.